Юный инспектор движения снова на сцене. Во дворце детского и юношеского творчества прошел конкурс агит-бригад «Светофор». Перед весенними каникулами напомнить ребятам об основных правилах поведения на дороге, считают в госавтоинспекции, будет не лишним. В этом году тема «Мы за безопасность дорожного движения», то есть тема очень широкая, и нужно детям придумать, конечно, что для них самое главное в безопасности дорожного движения – это обыграть. Конечно, перед детьми очень сложная задача, потому что правила дорожного движения – это прежде всего закон, это нормативно-правовой акт, и детям нужно его, эти правила, этот закон интерпретировать в художественную форму. 17 команд, в каждой по 4 человека. Выступление должно быть коротким, не более 5 минут, и интересным. Если ребята не уложатся в указанное время, их не остановят, но вычтут баллы. Судьи оценивают оригинальность и мастерство исполнения, внешний вид участников, а также раскрытие темы. Мы хотим донести до людей, что нужно соблюдать дисциплину на дороге. Мы покажем всех людей, которые ведут себя неподобающе на дороге. Высмеем их. Это как сатира. Возрастных ограничений нет, потому на сцене и старшие школьники, и ученики начальных классов. Подход тоже очень разнообразный. Одни поют песни, другие активно используют в своих презентациях мультимедиа-программы, а третьи рассказывают поучительные истории. Песня про правила дорожного движения, что мы будем делать. Там, например, что мы будем бабушке помогать, что мы будем делать. Мы показываем, как правильно себя надо вести и чего не делать. Мы готовились неделю, мы очень надеемся, что мы победим. В госавтоинспекции уверены, эти активные ребята лучше любого инспектора и педагога научат своих сверстников соблюдать ПДД. Команды-победители городского этапа светофора отправятся на областной конкурс агит-бригад. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.